нескорострелости. Можно было перепрыгнуть там и прыгать вообще не стоит в тайге. Показывать свою эту прыть. Просто аккуратно, ровно, не травмируя оборотники, все перешагивать. Нам торопиться некуда. И торопливых тайга не любит. Это было, пока я чуть телефон не потерял. Поторопились. Уже ему лет 10. Здоровый, но видно, хорошо питается. Это, ну и мы для него только как ради любопытства. Ну та же корова. Идете, ту же как корову встретили. Как бы говорили, кто-то делал пропил. Достаточно одного, бревно гнилое. Пропил кто-то делал. С пилой были люди. Фух. Идет вот такая местность. Тут как бы с карты все гарь. Но она сейчас зарастает, видите, все. Ну идем пугаем медведя. Покрикиваю. Метров 50-25 прошли, нам нужен крик. И покрикиваете. Примерно до того угла дошел, тоже крикнул. Метров 25. Нормально, чтобы он услышал все. Дальше не стоит, ближе тоже. Хоть и ельник пропал, и сибирский борщевик продолжает, видите, все, тропинка идет полностью. Тоже любит не напрягаться и ходить по чистой дороге. Осины говорят о том, что тут мама с медвежатами, и они любят, короче, осиновый лист и залазят на осины, короче, по это. Вот одна осинка загнутая, это говорит, что медведица с медвежатами. В Корее присутствует аспирин, а медвежата любят листы именно осины. И видите, медвежата залазят на осину и питаются этим. И они все осины тут полностью. Ну, вот. И березу они не гнули, а осинку любят. Ну там находится аспирин. Более утоляющий, жаропонижающий. На вершине водораздельной этой, то есть видно отсюда, да? Видно, что это был пожар, это все, тайга выгорела тут. И посмотрите, сколько силы. Он с одного места взял и перебросил его в бок. Вот такой длинный балан. Это какую силу надо иметь? Он там искал муравьев, крупных муравьев. Перебросил вот такую... Да, этот мишка вообще здоровый. Посмотрите, по калу видно. Ему, ну, но он хорошо питается, не больной, все отлично, значит. Мы для него интереса не составляем. Растаю сначала иван-чаем. Вот. Ну, я говорил про это растение. То есть оно как успокоительное, если для перевозбужденных. Ну, а для таких добавляет депрессию. Чага, да, это приятно пить для меня. Ну, это учитывая. Ну, не урожай, видите, ребята, вот такие вот, таежные. Не урожай, короче. Косогор, в принципе, река сейчас пойдет вот так, и по дороге, сейчас скоро речка. Достигли речки, вот она речка, белокопытник, прекрасен. При физической нагрузке даже не хочется курить. Вид вот такой, взмокший, потный, шапка отгоняет. Ну, посмотрите, их много летает, а на меня не лезут. Вот так, ребята.